Анна Соколова, руководитель проекта по развитию бизнеса компании «Вилком». Цифровая трансформация для компании «Вилком» – это изменение на уровне стратегии компании. Это не просто взял, внедрил какой-то продукт и говоришь о том, что я цифровизировался. Нет, мы на самом деле говорим о том, что цифровая трансформация – это изменение в майндсете, в голове клиентов, в голове руководителей, которые должны влиять и помогать их сотрудникам изменять свои подходы к участию в ведению бизнеса. И на сегодняшний день, например, клиент раньше для нас это был просто неизвестное какое-то существо, которое приносит нам деньги. На сегодняшний день мы должны знать о клиенте все. Мы должны понимать, кто с той стороны, что он любит, что он хочет, и менять свои подходы. И в этом смысле нам кажется, стратегическое партнерство с компанией SAP – это то правильное партнерство, которое дает возможность предложить нашим клиентам помощь в этой цифровой трансформации, потому что это не разовое какое-то событие, там, внедрил продукт и все, я цифровой. Нет, это постоянные изменения, которые мы готовы предложить своим клиентам. В первую очередь нам кажется, что мы становимся ближе к клиенту, мы понимаем его, мы не навязываем ему свои продукты, мы делаем продукт такой, какой хочет клиент. Какой у него сформирован образ того решения, того продукта, который мы ему даем. И это, наверное, уже не коробочный продукт, это конкретно кастомизированный под клиента, удобный для него, максимально полезный с помощью всех инновационных технологий, машин лернинг, всех этих базвордов, которые сейчас звучат, но они действительно работают, они помогают сделать продукт ближе к клиенту. Благодаря цифровой трансформации мы становимся ближе к клиенту, мы понимаем клиента, мы понимаем, что он хочет, мы даем ему то решение, это уже не продукт коробочный, это кастомизированное решение под клиента, чтобы ему было удобно, максимально комфортно этим пользоваться. Мы не навязываем свой продукт, мы ему даем то, что у него в голове уже родилось и то, что он хочет. И это, наверное, самое важное, что мы можем сделать с помощью цифровой трансформации. Мы на сегодняшний день понимаем, что SAP и Вилком – это уже навсегда. Это уже неразрывно, пока наши стратегии будут совпадать. Инновации, помощь клиенту и движение в сторону клиента, понимание клиента. И я очень рада, что у нас есть такая возможность совместить этот опыт нашей компании и компании SAP и принести новые продукты, решения на рынок, которые помогут нашим клиентам быть гибче, ближе к клиенту, понимать своих клиентов.